Пятый германо-российский библиотечный диалог собрал в стенах областной библиотеки представителей немецкой и российской культуры. Этот форум был учрежден в 2009 году по инициативе библиотек, чьи книжные фонды понесли потери в результате Второй мировой войны. Для Саратовского регионального книгохранилища участие в этом диалоге – важный шаг на пути укрепления сотрудничества с немецкими коллегами. Кроме того, наша область исторически связана с культурой Германии. Саратовская область тесно связана с историческим путем, пройденным немцами Поволжья. Историческим центром немецкого Поволжья традиционно являлась главная немецкая колония – Екатерининштадт, ныне город Маркс, который некоторое время по праву являлась и столицей немецкой автономии.